Мы как-то подошли до бензоколонки, и вам говорит: дизель? Я говорю: нет, мотоцикл. На меня смотрит. И я вот теперь начинаю понимать. Видите, вот человек стоит в такой же, в таком же дождевике, как и мы. И мы, в общем, похожи на строителей. Или на дорожных рабочих было больше. Вот, опять гребаный дождь, красивые горы, хороший автобан. Но дождь нас преследует всю дорогу. Мы к этому привыкли. Остановились под этим чудным навесом. Одели дождевики и пилим дальше. До Братиславы. С вами был Алексеич.